На сегодняшний день уровень его готовности вот, в совокупности с тем нервным напряжением, которое есть, ну, вылилось именно в такой результат. Нет, мы не ругаем ни в коем случае Руслана, мы его просто переживаем за него, что он мог бы выступить лучше. Роберт Мюльдер и Мика Поутала отправились на дистанцию. Еще раз повторимся, вчера Мюльдер выдал лучший результат сезона в мире, 34-18, и национальный рекорд. На разбеге он чуть-чуть проиграл Роману Кречу, 0,07 секунды. Но, в принципе, неплохо разогнался и Мика Поутала. Тоже может выдать хороший круг. И у них может получиться такое реальное соперничество на финишной прямой. Поутала тоже на неплохой результат бежит. Да, Поутала очень неплохо тоже с малым поворотом справляется. И плотно на финише. 34-08. Еще один национальный рекорд обновил Роналд Малдер. Ну, действительно, вот... Да, вот, вот так, как надо бегать на чемпионате мира. Так, как вы хотели это видеть. И быстрее Мюльдера в истории конькобежного спорта теперь бегал только Павел Кулижников. 34-08. Это серьезно. Это всего лишь 1/10 до мирового рекорда. До мирового рекорда Кулижникова. Ну и Мика Поутала пристраивается третьим. И учитывая то, что он неплохо смотрится и на 1000 метров, он сейчас и в сумме опередил Романа Кречева. Вчера 64 сотые.